печальные новости про Лию Ахеджакову. Лия Ахеджакова пожаловала журналистам, что ее убрали из всех спектаклей легендарного современника. В чем же причина столь жестокого решения? По словам самой 84-летней актрисы, ей уже сообщали о том, что ее сняли с репертуара современника. Она видела приказ руководства, также новое расписание постановок. Директор предупредил. Директор, что больше меня в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма. Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организует, но сделать при этом ничего нельзя. Что же будет делать легендарная российская актриса, которая уже более полувека выходит на сцену? Сейчас она в шоке от произошедшего и надеется, что все образумится. Если нет, то возможно ее пригласят в другие театры. Однако этот вопрос вызывает у нее большие сомнения. Кому я нужна? Я была всю жизнь актрисой современника, да и предложения не поступят. Это же департамент культуры Москвы, заявила отчаявшаяся актриса.